бойцы. Совсем недавно премиум-аккаунт и игровое золото стали общими для World of Warplanes и World of Tanks. Теперь единым становится свободный опыт. Появляется уникальная возможность, сражаясь в одной игре, развиваться в другой. Летайте на истребителях и открывайте танки. Выкатывайте из ангара бронированные машины и изучайте самолеты. Действие единого аккаунта будет распространяться на все проекты вселенной Wargaming. Планируйте свое завтра уже сегодня. Но будьте бдительны. Помните, что теперь свободный опыт не только начисляется для всех игр сразу, но точно так же и списывается. Если вы израсходовали его в World of Tanks, он исчезнет и в World of Warplanes. И наоборот. Так что, как говорится, 7 раз подумай, один исследуй. А теперь по машинам.